бросьте, куда это так ломанулись? Да еще и под риск музыки, спиртаки, находясь в Турции. А я вам скажу. А мы поехали смотреть развалины греческих городов Троя, а также Эфес. Не путать его с пивом. Но для начала мы заедем в город на Кале и обоснуемся на несколько дней в гостинице. Местный кастомайзинг скутеров. А, так он трехколесный еще. А, так он еще электрический. Белая кошка сидит. Как вы думаете, где? У свадебного салона. Барахолка местная. Сегодня закрыто, сегодня у них праздник. День. Кале, на берегу Эгейского моря, гуляем по городу, по набережной. На улицах жара, солнышко светит, не облачко. Сегодня у местных праздник местный, Куйран, Байрам, как-то так называется, правильно, не знаю, неправильно назвал. В общем, какие-то кафешки работают, какие-то не работают. Короче, 9 дней у них этот праздник будет проходить. Но несмотря на это, кое-кто работает. Так что нормально, все замечательно здесь. А, так это паром, они на машинах туда заезжают. На паром. Катерочки маленькие стоят, симпатичные, милипушечные.
на... Вода здесь очень чистая, даже рыбку можно увидеть. Стая рыбы. Ой, там много-то. Насколько сильно глубоко здесь, неизвестно. Итак, друзья, мы нашли того самого троянского коня, в котором Брэд Питт сидел. Брэд Питт в роли Ахиллеса сидел, а потом, короче, сделал то, что нужно было сделать. Напал на Трою. Тот самый троянский конь из фильма «Троя» с Брэдом Питтом. Обалдеть. Да, как ни странно, этот конь находится в городе Чемукале, не в Трое, а в Чемукале. Он был подарен этому городу после съемок фильма «Трое». В общем, выглядит охрененно. Сооружение громадное. Ему даже писюн приделали, что точно конь. Не знаю, примерно так, наверное, выглядело Троя. Вот макет. Видно, не видно. Тут солнышко у меня. Эгейское море. Сейчас пойдем на пляж. Что, ребята, вы где? А я на море. Мы наконец-то нашли пляж Чемукале. Там танкер где-то проплывает. Взяли два шезлонга по цене 100 лир. По ходу дела на целый день. Замечательно. В Стамбуле это гораздо дороже обошлось нам. Ну что, будем отдыхать и повязку загружен. Тренировался какой-то. Троянский конь. Вот настоящий, правда? Настоящий в другом месте стоит.
строя 6. Зона экспозиции, на которой вы сейчас находитесь, состоит из 3 частей. Восточная стена и крепостные ворота, восточная башня и дворцы. В этот самый момент вы стоите на развалинах внешней окружной стены территории храма, относящегося к Трое 8-9, а именно греко-римской эпохи, охватывающей период с 3 века до нашей эры до 500 годов нашей эры. Крепостные стены, которые вы видите перед собой, относятся к Трое Илиос. Отсюда вы можете наблюдать восточную башню, восточную крепостную стену с воротами и сразу за ней дворцы. Археологи тут могут представить, как все было на самом деле. Кто так? Тут какой-то интересно такое.
настроение. Культа расположения святилища. Там древний алтарь. Это более... Все жертвы. Итак, вон там у нас море Эгейское. Оттуда мужики, короче, приплыли. Здесь стояли другие мужики. Особенно тот, который прекрасную Лену тащил. Пригнал Брэд Питт на своей коняге. Где-то вон там. Предположительно орал: «Гектор! Гектор!» Будем. Вот. И там он башку отрезал. В общем, путешествуем по Турции. Заехали на развалины города Эфест, которому уже дохрелен лет. Фига туристов, есть русскоязычные, амфитеатр какой-то. Это гробницы, нагробные плиты, надписи, ребеночек какой-то был, наверное, похоронен. Надписи какие-то. Вот, наверное, пытался вылезти, выломался. Какая-то древняя дорога, вдоль которой колонны получается, да? И она ведет к амфитеатру, походу. Короче, вот она, вот, дорога, которая вела вот туда. Вот. Сейчас мы попробуем забраться на вершину амфитеатра и посмотреть виды. Но наши ходят. Фу, и так забрались вроде. Сейчас покажу. Слышимо здесь вообще капец, конечно. Меня отсюда слышно вот делать, Катя, а она меня не слышит. То есть наоборот, я ее не слышу. Она меня хорошо слышит. Ты меня слышишь так? Катя, слышишь меня? А я тебя плохо слышу. То ли китайцы, то ли японцы поют какую-то песню в древнем амфитеатре. Она улетела. Thank you.
Древняя улица, Бардайфест. Сюда люди ходили, заходили в амфитеатр. Ой, ёпта. Гладиатор. Ясненько. Сколько всяких древностей. Это библиотека. Это я не тебе говорю, это я ему говорю. Что это библиотека Цельсия. Так, я сейчас спускаюсь по древним лесенкам в библиотеке. Эй, господи, Цельсия, ах ты, мое колено. Пошли мы в библиотеку. А где голова? Там с головой сохранилась. Крутые лесенки. Так, мы находимся внутри библиотеки. Чем жарче, тем больше народу в тень собираются. Это что, общественные туалеты были? О, мы нашли сортир местный, древний. Судя по всему, либо в ванне. Это слив был. Это либо здесь были ванны, хамамы. Это был общественный туалет древний, тысячелетний туалет. No privacy. Everybody together. Together. Одному коту пофигу. Туалет и туалет, лапа чешется. Ладно, пойдем. Причем их много. Они реально какие-то люди маленькие, что ли, были? Или что, или сидели друг с другом, какали и разговаривали? А, это еще и женский? Это был женский туалет. Обалдеть. Турникеты древние. Древние турникеты, говорю. Да.
конечно. Ладно, пиши на легке. Если бы дворец был какой-нибудь знатный, особо знатный, жены к императору, как и нос. Просто какие-то клоуны вступали. Значит, здесь можно ходить бесконечно и снимать гигабайты фотографий. Так, двигаемся обратно. С горки, каменюки скользкие. Боимся упасть. Я два раза поскользнулся. Слышно мне, не слышно. Мы находимся на берегу Эгейского моря, на пляже, на общественном пляже. Загораем, все такое, песочек, море. Но, блин, ощущение, как будто мы находимся в Анапе. Тварь, мы постоянно под нашим видом. Да, да. Нас обложили со всех сторон. Перед нами Эгейское море. Но пляж есть пляж общественный. Ай. Ну как так? Мы едем в Измир, по дороге остановились, отдохнуть немножко, осталось 110 километров. Справочка, мотоцикл наш. Время 11, вчера уже, когда ветер сильный, нормально. Обычно было две. Была для просто смертных, там такие празднества проводили. Вторая гора, она была более официальной, для каких-то более серьезных собраний. Вот предполагают, что это именно второй вариант. То есть здесь принимались какие-то важные решения. А так это древний город Смирна, которому 3000 лет, да? Да. Находится он в городе Измире. Ну, в смысле, это есть. Ну что ж, прогуляемся по развалинам древнего города Смирна. Ну, как без него? Фу, на крыше. Там, скорее всего, водосток. Ну, или там, типа, водопровод. Ну да.
Пока. Как у них каменюки за счет чего держатся? Древняя канализация, сток воды организован. F.A. Фантон. Нас сюда не пустили, но мы все равно это снимем. У нас длинные руки. Что-то монументальное. Смотри, какая-то. Интересненькая.